Что лучше, быть высоким или низким? Давайте-ка это узнаем. Ну вот, опять сигнала нет. Спокойно, я знаю, что делать. Ну вот, теперь можешь звонить. Ух ты, работает! Спасибо, Эллен! Алло, привет! Представляешь, Эллен достала спутник! Как прекрасно иметь высокую подругу! Учебный день подошел к концу, пора принять душ! Тепленькая, как приятно! О нет, только не это! И что теперь делать? Придумала! Да, Эллен повезло. С ее ростом и такими длинными ногами можно достать куда угодно. Извините. Ой. Добрый день. Что вы хотите купить? Это? Нет? Гель для душа. Пожалуйста. Да уж, такого покупателя у меня еще не было. Прекрасно! Жаль, что такой лайфхак подходит только высоким. Эй, где мой шампунь? Нет, туда мне не дотянуться. Ура, наконец-то домой! Подожди-ка, я забыла свой рюкзак в классе. Опять? И как можно его забыть? Ой, а где мой рюкзак? Хотя это для меня не проблема. Когда же эти ступеньки закончатся? Наконец-то! А вот и рюкзачок дождался мой маленький. Ой, только бы Джеймса не разбудить. Ой, Эллен тоже свой рюкзак оставила. Кто стучит? Эллен? Открой окно, Мэри! Подай мне мой рюкзак, пожалуйста. Держи, спасибо. Высокий рост и никаких ступенек. Намасте. Почувствуйте энергию Вселенной. Наши девчонки решили попробовать заняться йогой. И у Мэри уже неплохо получается. А вот у Эллен, кажется, что-то пошло не так. Упс, Эллен, вы в порядке? Такой осаны я еще не видел. Вас нужно как-то распутать. Ладно, отдохните немного. Что значит отдохните? Учитель, постойте! Распутайте меня кто-нибудь! Помогите! Ой, ножка чешется... Нет, я до нее не дотянусь. Мэри! Да? Почеши мне ножку, пожалуйста. Хм, хорошо. Сейчас. Ого! Только вот достать до ноги Эллен непростая задача. Особенно для маленькой Мэри. Какие же у нее длинные ноги? Это было длинное путешествие. Эй, ты чего так долго? Чеши скорее. Хороший вопрос. Ладно, приступим. Так лучше. О да, блаженство. Спасибо, Мэри, ты настоящая подружка. Значит, раскачивайтесь хорошенько и... прыгайте. Мэри, вы первая. Поняла? И раз, и два, и... ой. Ну-ка посмотрим. И это все? И так всегда. Ха-ха, у меня палец длиннее. Сейчас я покажу, как надо прыгать. Смотрите и учитесь. В
Вот это прыжок. Ой! А, здание рушится! А, нет, это всего лишь Эллен. А вот и наша новая комната. Здесь так мило. Да, и правда, симпатичная комната. У меня тоже ноги длинные. Ну вот, моя кровать слишком маленькая для меня. Как же ты будешь спать? Ладно, давай я тебе помогу. Нет, все равно не помещаюсь. Не отчаивайся. Мы что-нибудь придумаем. Может, ноги укоротим? Нет-нет, оставь ноги. Остается только одно. Я отдам тебе свою кровать тоже. Какая замечательная идея. Что ж, главное, что девчонки нашли выход из ситуации. Девчонки, приготовьтесь подтягиваться. О нет, только не это. Ненавижу турник. Ха, что может быть легче? Итак, Мэри, приступайте. О нет, только не это. Нет, туда мне не дотянуться. Для маленькой Мэри турник – настоящее испытание. Но ничего, я сделаю это. Еще чуть-чуть. Да, это победа. Только вот здесь слишком высоко. Нет уж, это не для меня. Лучше уж двойка. Вот трусишка. Ладно, Эллен, ваша очередь. А вот для высокой Эллен нет такого турника, чтобы она могла подтягиваться, а не приседать. Ого, что ж, Эллен, этого достаточно. Поездка на лифте для высокой и низкой девчонок значительно отличается. Наконец-то! Ну вот, я опять не могу дотянуться. Ой, привет, Эллен! Поможешь? Конечно, малышка! Готова? Спасибо! Какое вкусное яблоко! Ой! Сообщение. Что там написано? Телефон такой маленький, ничего не разберу. Мэри, прочти, пожалуйста, что написано в сообщении. Без проблем? Джеймс спрашивает, как твои дела. Джеймс? Ура! Спасибо, Мэри! Да не за что! Обращайся. Итак, ребята, время для подготовки вышло. Эллен, вы отвечаете первая. Да, мистер Уокер. Одну секундочку. О нет, я же не успела подготовиться. Нужно выручать подругу. Эллен, я спрячусь у тебя под юбкой и буду подсказывать. Ух ты, хорошо, что у Эллен есть такая миниатюрная подружка. Итак, приступим. Могут ли лягушки жить в соленой воде? Нет, нет, не могут. Нет, не могут. Верно. Как называется молекула ДНК? По-моему, хромосома. Эллен, кто у вас под юбкой? Ой, это было слишком громко. Мэри! Девушки, как вам не стыдно? Жду вас на пересдаче. А ведь почти получилось. Ну что, девчонки, готовы к зачету? Сейчас повешу канат и приступим. Интересно, как он собирается это делать? Кажется, мистер Уокер слегка переоценил свои возможности. Ха-ха, эти мелкие такие смешные. Он даже табуретку принес. Я все равно тебя повешу, веревка противная. Ай, похоже, зачету состояться не суждено. Ах, так уж и быть, я вам помогу. Давайте канат, проще простого. Вау! Ну что, Мэри, готова? Давай. Маленькой Мэри придется сдавать зачет за двоих. Ведь высокой Эллен все равно некуда лезть. Рост не имеет значения. Главное – настоящая дружба. А как ты думаешь? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк. Подписывайся на наш канал
и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!